Красавица Кадикса замуж не хотят. Случайность – частный случай закономерности. А для меня мужчины как класс не существует. Я к нему отношусь как к пустому месту. А ну, выходите! Тише! Вдруг кто-то есть? У Оськина из отдела стандартизации умерла теща. Я собираю деньги. Ой, Надя! Чтоб всю жизнь горела синим пламенем. Хочешь? Второй категории. Второй нам не надо, только первую. Клюева! Что это за крокодил к тебе приходил? Это моя подруга. Кого ты привела, Сусанна? Она что, с Урала? Дзинькую. Сам Олег Попов к нам пожаловал. Здравствуйте. Я очень обаятельная и привлекательная. Да какой же он смелый и благородный, если у меня, можно сказать, из него фингал. Я жутко нравлюсь мужчинам. Но на работе я ни за что. Хоть сама Софи Лорен не стоклю его. Прав, 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 прав. Они просто от меня без ума. Никакой самодеятельности. Все-таки это наука. Готово. Мои мужики пошли. Господи. Да. Тогда поехали.